За что люди всегда будут платить деньги? Ответ простой: за базовые ценности, без которых человек не живет. И здесь нужно смотреть на те базовые ценности, которые есть для нас важны. И первая базовая ценность – это вода. А вторая базовая ценность – это питание. Дальше идут базовые ценности. Это одежда, крыша над головой, гарантии того, что у вас все будет замечательно, но это уже глубоко. Так вот, друзья, люди не живут без воды и еды. Чего бы ни происходило вокруг нас, вы все равно будете до последнего искать воду и питание. Есть люди, которые будут искать здоровье, да, как поддерживать здоровье, потому что им нужна гарантия, что с ними завтра не приключится какой-то казус по здоровью. И это тоже базовая ценность, за которую люди всегда будут сражаться, бороться. Не все, понятно, но достаточно много людей в этом мире хотят быть в ресурсном состоянии, они четко понимают, даже чтобы выйти завтра на работу, нужно быть бодряком. То есть никто не собирается болеть, все планируют жить долго и счастливо. Это говорит об одном, что люди будут всегда искать возможность более качественной воды, более качественного питания, потому что все уже понимают, что от этого зависит здоровье. К чему я это все говорю? Дело в том, что последних 15 лет я занимаюсь темой биодоступной щелочной правильной воды и комплексного подхода к здоровью. Комплексный подход, помимо воды, это очистительные программы и сбалансированное питание, то, без чего люди не живут. Кому интересна эта тема, кто сейчас в поиске, потому что любой бизнес – это идея. У меня есть шикарная идея, которая выведет тебя на ту жизнь, о которой ты мечтаешь. Первое, ты улучшишь свой внешний вид, качество своего здоровья, свое окружение, да, а у тебя есть мамы, папы, дети, любимая жена или муж, близкие люди. И если ты их любишь и заботишься, то ты будешь заботиться не только о себе, а и о них. Вот, поэтому, друзья, кому все понятно, что я сказал, вот здесь в шапке профиля есть мой номер телефона, звоните, мы обсудим, как в этом деле преуспеть. Я расскажу все секретные секреты, которые многие не знают, потому что в любом деле нужны навыки, нужен опыт. Я знаю, как в этой теме сделать так, чтобы вы завтра жили той жизнью, о которой вы мечтаете. Почему это об этом говорю? Потому что мне пора расширять свой бизнес. Я, правда, никогда не останавливался, но есть куда развиваться дальше. И я готов часть времени уделять тем людям, которые готовы меняться, менять свою жизнь, приобретать новые навыки ради своего светлого будущего. Всем благодарю за внимание. До связи. Пока.